Здравствуйте, дорогие гости и подписчики моего видеоканала. В эту рыбалку мы решили порыбачить немного на раковины. И так получилось, что на тест мне попали вибы от фирмы Герман. Забегу немного вперед, данные приманки очень понравились, некоторые даже обловились. Главное игру подобрать. Приятного просмотра, не забывайте подписываться на канал и оставлять свои комментарии под видео. Спасибо. Пока. Байвип 80. Вообще, что прикольно. Не знаю, как эта расцветка будет работать. Других нет. А вот такое получилось. Не успел закинуть. С оранжевым полничком. Мы попробуем. Это Wizard S. Зараза, поклевка была, елки-палки. Поклевка была. Еще раз. 65 миллиметров со спиной. Конец, вот еще раз. Я вот верю в него. Хорош на самом деле, вряд ли.
так дал. Поклевка. Вот она, вот она, в холод я ее четко увидел, вот она, ну вот, Герман первый разловлен, я верил в него. Она фотосессия прошла успешно, как ты засеклась, зараза, а? Так. Так, тут уж несколько раз пробило себе все. Ну, гуляй. Ну вот. Лесочку я использую. Вот такую вот. Ну чё, Валян? Чё ты поймал? Да, отпустил щучку. Да. Поймал что-нибудь? Две поклёвки. Две поклёвки? Одна хорошая. А? Одна была хорошая. Да. Ну, уже потянуло туда. Ну, чуть-чуть, чтобы, блядь, рыба крутая. Кайдзю. Короче, за ратлины отстрелялся. Хорошие ратлины. Сработал вот этот вот. Какой сработал? Ну, два даже, ёпты. Два сработал. Который вот понтуновская копия. Вот, я его вчера не трёс, надо было трясти. Вот этот именно. Кто ты его схватил? Прям охуярил. Как этот понтон? Нормальный. Игра у него есть. О, вот этот. Ага. Тоже такая, сколько там, 200-300. Да, вон фотка есть, да, 200 грамм. Ну, я ее доловил, да.